see me, I just do what I do. Je m'appelle Romain Ossarkin, j'ai 25 ans, je suis né à Paris. J'ai un père d'origine russe qui adore ses racines, ses valeurs, la Russie. Когда мне было 25 лет, у меня была моя революция тоже. Почему я русский, почему я православный, кому это надо? Я живу во Франции. Он должен сам это пережить. Картина должна быть совсем белая, пушисто-белая, как снег. До 15 века остров был, в общем-то, необитаем. Люди уходили специально, подальше от людей, только душа и Бог. Святой остров, и знаешь его, и крови пролито много. Когда пришла сюда советская власть, мы решили острова передать политическому управлению для организации лагеря. А вот мой прадед. Это ваш прадед.